От частного печатного станка до флагмана полиграфической отрасли. Свое 120-летие отметила типография «Типар». С юбилеем одной из старейших предприятий республики поздравили президент, председатель Верховного Совета и вице-премьер. Для меня был интересный краеведческий факт, что 120 лет назад наличные средства главы города было заложено предприятие. Но я вам желаю, чтобы в будущем оставалось самое главное достоинство, самое главное конкурентное преимущество, которое есть на вашем предприятии. Это креативность и творческий потенциал вашего трудового коллектива. В 1898 году все началось с печатного станка в доме городского главы Семена Тимченко. Первая продукция – отчеты Тираспольской земской управы. Расцвет предприятия пришелся на 80-е годы прошлого века. Как это было, вспоминают ветераны Типара. 406 человек работало в типографии. В 87 году был сдан корпус производственный после... И прошла большая генеральная реконструкция. Мы были рассчитаны на союз печати. Мы печатали на юг Советского Союза. Юг Украины, Армения, Грузия. Молдвинпром был наш основной заказчик. Работали в две смены. Газета выпускалась на второй и на третьей смене. Но самый долгий рабочий день Ирины Краснощуп пришелся на 10-ю годовщину образования республики. Не успевали со срочным заказом. Тогда мой личный рекорд пребывания на работе был 27 часов. Нашему предприятию я желаю процветания. Я желаю, чтобы были у них заказы, чтобы на смену старшему поколению приходила молодежь, которая любила бы свою работу так, как любили ее мы. Типар сегодня – многопрофильное современное предприятие. Производственные рекорды здесь ставят 55 специалистов, постоянные заказчики местной продукции, органы власти, а еще заводы и фабрики. Ассортимент продукции достаточно широкий. Это и книжно-журнальная продукция, и деловая полиграфия. Наша продукция вместе с продукцией наших заказчиков разлетается по всему миру. Обладаем широким парком оборудования, высокотехнологичного, компьютеризированного. У нас оптимизированы процессы контроля качества. И я считаю, что мы заслужили свою репутацию, очень ей дорожим. Один из главных гарантов стабильности, говорили на юбилее, сплоченность коллектива. На типографии работают династиями. Лучшим сотрудникам Типара сегодня вручили государственные и ведомственные награды.